Вуся, Паша Олан. Здравствуйте! В эфире программа «Егорика» и я ее ведущая Анастасия Толда. Сегодня мы продолжим знакомиться с языками обских угров, а помогут нам сказочные герои. Ребята, все мы знаем кукушку. Это одна из самых известных птиц. Ее характерная ку-ку невозможно спутать с другими голосами птиц и зверей. Кстати, а вы знаете, откуда у нее появилась привычка подбрасывать свои яйца в чужие гнезда? Давайте вместе посмотрим мультфильм и узнаем ответ на этот вопрос. А ну погоди, ты чего это удумал? Да надоело, бесполезная же птица. А ну-ка присядь, на вот пожуй, да послушай, что я расскажу. Давным-давно, как гласит легенда, жила семья. Отец, мать, их младшая дочь Кук и старший сын с женой. В ту ночь случилась страшная беда. Осталась Кук жить в семье брата. Она была маленькая и неловкая, чем раздражала невестку. И однажды, когда брат был на охоте, невестка не сдержалась и как крикнет: «Да чтоб тебя шайтан побрал!» И тут же превратилась девочка в птицу и вылетела из дома. Долго потом ее искали, да только дорогу к дому Кук так и не нашла. Летает и всем свое имя говорит: «Кук-кук, кук-кук». А то, что гнезд не вьет и птенцов не высиживает, так маленькая была, ничему не научилась. Зато лес от гусениц лохматых спасает. Вот, что слово не подумавши сказанное сделала. А ты из ружья палить собирался. Природа создана так, что ничего в ней лишнего нет. Несмотря на свою привычку бросать птенцов, кукушка приносит лесу огромную пользу. Она охраняет растения и поедает вредителей. А сейчас давайте выучим новые слова на хантыйском и мантийском языках. Птица на хантыйском языке будет тухлан вой, а на мантийском товлан уй. Повторим: тухлан вой, товлан уй. Кукушка на хантыйском языке звучит кёк-кёк, на мантийском кук-кук. Запомнили? Кёк-кёк, кук-кук. Молодцы! Предлагаю посмотреть еще одну короткую, поучительную историю. Однажды мальчик поехал за город. Ехал, ехал и приехал. Ой, какой красивый берег. Вот здесь и буду отдыхать. Кока-кола, лимонадик. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. И тут выплывает щука. Что это ты делаешь? Щуки разговаривают. Заговоришь тут у вас, а вот тебе нечего разговаривать. По щучьему веленью, по моему хотенью, будешь нем, как рыба, пока река не станет чистой. И здесь не будет водиться речная жемчужина. Мальчик только и сказал: а вот теперь иди и убирай. Мальчик испугался. Буль-б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 уль. Ура! Нашел! А вот и моя жемчужина. Уважайте экологию. Интересный и познавательный получился мультфильм. Давайте выучим еще несколько слов.
Река на хантыйском языке юхан, на мантийском я. Повторим. Юхан, я. А вот слово рыба на хантыйском и мантийском языках звучит одинаково. Хул. Хул – рыба. Ребята, запомнили, какая рыба приплыла к мальчику? Правильно, щука. Щука на хантыйском и мантийском языках будет сорт. Сорт – щука. Наш выпуск подошел к концу. Изучайте игру по сказкам. Присылайте свои работы в программу Егорика. Паэмбулы, Осли Масулун. До свидания.